Утром 7 февраля россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказалась столица Украины. В Киеве, по предварительной информации, повреждены две высоковольтные линии. Часть жителей в Днепровском районе без света. Также есть возгорание в многоквартирном доме в Голосеевском районе. Из дома в Голосеевском районе госпитализировали 6 жителей, среди них беременная женщина. Еще 2 пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. Одному человеку оказали помощь на месте. Об этом в своем телеграме написал мэр Киева Виталий Кличко. В этом районе горят и автомобили, и помещения СТО. Около 3:40 утра был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области. В воздушных силах Украины предупредили, что запуск вражеских ракет самолетов может произойти около 5 утра. Первые взрывы раздались в Харькове и Николаеве. В Николаеве, по предварительной информации, повреждено около 20 жилых домов. 1 человек погиб в реанимации, есть раненые. Кроме того, громко было в Кировоградской, Херсонской, Черкасской, Львовской областях. Стоит отметить, по данным мониторинговых каналов, российская ракета во Львовской области летела в направлении Польши. На расстоянии 20 километров от границы она развернулась на 180 градусов. Для перехвата ракеты в небо были подняты 3 польских истребителя F-16. Польша отреагировала на атаку РФ по Украине утром 7 февраля. В частности, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия смогла компенсировать потери, которые понесла в начале войны, поэтому надо готовиться к худшему. Она перевела свое производство на военный лад. У нее есть союзники, такие как Северная Корея, которые поставляют ей большое количество боеприпасов. Она готова к массированным атакам, и она проводит их. Он также добавил, во время атак на Украину большинство ракет летит в сторону Польши и подчеркнул, что надо быть готовым к любому сценарию, в том числе и худшему, в любое время. По состоянию на сегодня, на сегодняшнее утро, все системы безопасности в Польше приведены в полную боевую готовность. Кроме того, на вопрос, возможен ли ракетный удар России по Польше или наземное наступление в ближайшие месяцы, министр отметил, что это готовность, которая должна у нас быть и о которой мы должны постоянно помнить. Как сообщили в воздушных силах Украины, российские ракеты, маневрируя, не долетели всего 50 километров до границы с Польшей. Поэтому Польша задействовала военный протокол по защите неба и подняла свою и союзническую авиацию. По подсчетам отдельных СМИ, на утреннюю массированную атаку по мирным городам Украины Россия потратила 420 миллионов долларов. Большую часть ракет сбили украинские силы ПВО. Тем временем скандальный замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает грозить ядерной дубинкой странам НАТО и Европе. В Телеграм он заявил, что европейским лидерам стоит бояться российских ракет со специальными боеголовками и апокалипсиса. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Об этом говорится в наших военных документах и хорошо известно всем. И это, по словам Медведева, и есть тот самый пресловутый апокалипсис и конец всему, добавил он. Однако, несмотря на истеричные угрозы странам НАТО и Европе, Россия сама громко вопит о передышке на фронте, заявляет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В Белгороде днем 7 февраля звучала воздушная тревога. Местные паблики сообщали о взрывах в городе. Вон там прилет был. Позже стало известно о нескольких прилетах. На территории одного из промышленных предприятий возник пожар. Ракета попала в котельню завода ЖБК-1 и цех металлоизделий, пишут телеграм-каналы. Также сообщалось о прилетах и на других улицах города. В частности, один из боеприпасов взорвался на территории витаминного завода. Осколками посекло административное здание и автомобили на улице. Один из боеприпасов попал прямо в здание завода, уточняет телеграм-канал «Пепел». Кроме того, в сети появились кадры, на которых белгородцы в панике бегут в укрытие. Люди публикуют видео из битком набитых убежищ. Без лавочек и света они вынуждены стоять до конца тревоги. К тому же сами белгородцы эти укрытия используют в качестве туалетов. Начинается бомбежка, а нужно в укрытие бежать. Вот идешь такой, идешь, хоп, а тут... Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Якобы было сбито 7 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, есть 2 пострадавших. В Белгородском районе различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия.
Турецкая компания «Байкар» начала строительство завода по производству дронов в Украине. Предприятие будет производить беспилотники «Байрактар» модели ТБ-2 и ТБ-3. Об этом заявил глава компании Халюк Байрактар агентству Рейтер. По его словам, завод строят под Киевом и планируют завершить работы за 12 месяцев, после чего компания планирует перейти к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. Также на заводе планируют трудоустроить 500 человек, которые смогут производить до 120 БПЛА в год. Также гендиректор Байкар рассказал и о безопасности строительства завода на фоне продолжающейся войны России против Украины, заявив, что планы полностью продвигаются вперед и ничто не сможет их остановить. 31 июля 2023 года Министерство обороны подписало с фирмой Байкар договор о строительстве сервисного центра для ремонта и обслуживания беспилотников на территории Украины. Ранее генеральный директор турецкой компании Байкар Халюк Байрактар на форуме оборонительных индустрий в Киеве сообщил, что инвестирует в украинское производство 100 миллионов долларов. По словам Байрактара, сейчас в Украине компания имеет три направления вложения средств. Одно из них – это завод по созданию беспилотников. Затем турецкая компания хочет создать сервисный центр, а также главный офис в Украине. Байрактар заверил, что это будет экологическое и взаимовыгодное сотрудничество. Компания «Байкар» неоднократно усиливала обороноспособность Украины с помощью своих БПЛА. К примеру, ко дню независимости Украины компания бесплатно передала украинским разведчикам ударный беспилотник «Байрактар ТБ-2». Также, когда украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен, чтобы купить 4 «Байрактара» для вооруженных сил, компания-производитель беспилотников заявила, что передаст 3 штуки бесплатно. Собирали также на «Байрактар» в Польше и Литве, однако турецкая компания снова решила их подарить. В 2022 году «Байкар» впервые вошла в топ-100 европейских производителей оружия после того, как ее доходы от продажи оружия выросли на 94%. В компании заявили, что заключили экспортные соглашения на свой беспилотник ТБ-2 с 30 странами. В Российской Федерации более 200 тысяч человек в 200 населенных пунктах остались без электричества из-за урагана и сильного снегопада. В Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях сильный ветер срывает кровли, валит деревья и рекламные баннеры. В горных районах Дагестана из-за гололеда ограничено движение на дорогах. В Краснодарском крае было заблокировано железнодорожное сообщение и не работал аэропорт Сочи. Горнолыжные курорты завалило снегом. Тем временем Росми сообщают, что посреди зимы 40 многоквартирных домов остались без тепла из-за ремонта теплосетей в Новосибирске. А в Нижнем Новгороде на улице прорвало трубу с кипятком. Без воды осталось несколько домов. Тем временем в Якутске в минус 40 у жителей многоквартирного дома лопнули трубы, затоплены подвалы и подъезды, в квартирах не работает канализация. На этом коммунальные проблемы в России не заканчиваются. Авария на теплотрассе в Ростове оставила без отопления около 140 многоквартирных домов. От прорыва пострадали также 8 социальных объектов. Ранее во Владивостоке горели 2 электроподстанции. Жители слышали звуки взрывов. Местные телеграм-каналы сообщали о замыкании на подстанциях. Были обесточены минимум 250 домов. Коммунальный коллапс не обошел стороной и Казань. Там уже в который раз затопило улицу из-за прорыва труб. В России продолжают отменять концерты Кристины Орбакайте. В марте певица должна была выступить в нескольких российских городах, однако ее тур под угрозой срыва. Якобы из-за проблем с логистикой не состоится выступление в Благовещенске, Хабаровске, Иркутске и Красноярске, а еще в Новосибирске и Братске. Концерт в Иркутске был отменен после нескольких анонимных комментариев в телеграм-канале губернатора области, в которых Орбакайте назвали дочерью иностранного агента. В конце января был также отменен концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, столице Бурятии, запланированный на 13 марта. Согласно сообщению Министерства спорта и молодежной политики Бурятии, выступление аннулировано с учетом мнения граждан и общественных организаций. Незадолго до этого члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» направили обращение к властям, в котором попросили не проводить концерт исполнительницы в регионе. А жалуются активисты якобы из-за того, что Орбакайте не высказала своей позиции о войне в Украине, якобы финансировала ВСУ и получила иностранное гражданство, а в Россию приехала только для заработка денег. Российские СМИ писали, что после начала полномасштабной войны России против Украины Орбакайте опубликовала в соцсетях «Черный квадрат» с надписью «Только мирного неба, нет войне». Позже, как сообщалось, певица удалила свой пост. Уже в апреле прошлого года появилась информация, что Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова проверят на финансирование вооруженных сил Украины. А в декабре 2023-го певица приняла участие в гала-концерте «Песня года». Засветилась Орбакайте на премии «Hello Winter Party» в отеле «Метрополь». Орбакайте пришла на вечеринку вместе с сыном Дэнни. Там артистка весело проводила время в компании известных путинистов –
Среди гостей также был бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров. Он с РБК это сидел за одним столом. Как известно, открыто осуждает войну России против Украины Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой. С 24 февраля 2022 он выразил свою четкую антивоенную позицию. Галкин вместе с женой и детьми покинул Россию. Властями РФ артист был признан иностранным агентом, после чего Примадонна попросила признать иностранным агентом и ее.